Табуретка весьма простенькая, с небольшим багажником. Стоит в районе 200 рублей в день или 3000 в месяц. В горку ездит плохо, особенно когда два пассажира. Удобно здесь перевозить грузы всякие. Сюда много можно навешать, наставить там. Это самое простое, что можно взять на прокат. Вот такой вот байк. Он прикольно выглядит, но на самом деле по факту он, в общем, ездит он плохо. Но только по горизонтали. Да, только по горизонтали. И у него нет багажника. Почти нет. То есть вот. Что реально вот можно взять в прокате? Это вот лифт. Такой. Это лифт. Там большой багажник, больше, чем шлем. Поэтому, собственно говоря, можно не открывать ключики внизу. Он быстрый. Семь набирает очень быстро и легко. Можно ездить быстро. Работает бесшумно. Работает бесшумно. Не тарахтит. И да. Что классно, что он прет в гору очень хорошо, даже если вдвоем. Для очков очень удобно, у меня таких нет. 3,5 в среднем стоит в месяц. Можно? Так, и, собственно, ну, реально нормальный байк, который здесь можно взять в прокат, это PCX 150 кубиков, вот такой вот. Но он стоит, правда, уже 5000 в месяц. 5000 это при условии, то, что я брал на 3 месяца. Но он уже больше похож на мотоцикл непосредственно, нежели на... Так он стоит в районе там 6000 в месяц. Нежели на мопед. Вот, он реально мощнее, то есть стоит там на класс. Есть отсек для очков, который я недавно обнаружил. Хороший, мощный байк. И он в нем, на нем реально в горку вдвоем можно ездить легко. Система экономии бензина. Система экономии бензина, да, то есть когда ты останавливаешься, он глохнет. И ты просто чуть-чуть поворачиваешь ручку газа, и он опять заводится и сразу едет. Да. Вот, при выборе байка существенный нюанс – его новизна. Вот у этого байка красные номера. Вот, ну, в отличие, от, например, вот от этого, у него белые, да? И красные номера говорят о том, что он новый. У него пробег меньше 4000 был. На всех ключ. Да, короче, багажник офигенный. Вот, то есть, если продукты какие-то возить или вещи, очень удобно. Надо брать обязательно с большим багажником, потому что я думал, что это не важно, и взял без багажника байк, и теперь мучаюсь. Вот, ну, давай, покажи, как вообще заводить. Дальше, включаешь его. Включаешь байк, он тебе показывает этот пробег. Вот у этого 5200. Всего лишь 5200. Да, я его взял 4700 у него. Надо убрать подножку, потому что с подножки не заведется. Выжать тормоз. Нажав на эту кнопочку, завести байк. Все. Завелся. Все. Газ подбавляешь, он едет. А как назад? Назад вот ножками. Ну-ка. Ноги накачаете, да? Ну вот тебе, например, было тяжело научиться на байке ездить? Абсолютно, я сел и поехал. Я тоже сел и поехал. Ну, один день, один-два дня. Куда ты приезжаешь? Не надо ничего глушить, просто достаточно выдвинуть подножку, он сам глушит. Все, байк заглох. Ты достаешь, пошел. А шлем оставляешь? Шлемы оставляешь, да. Шлемы здесь никому не нужны, поэтому брать их с собой, таскать абсолютно бессмысленно. Особенно если это там, убирать в багажник. Прокатные шлемы какие-то. Холодно бывает? Да, но ночью бывает холодно. Плащик у тебя где? От плащик? Дождя? Все здесь. С собой возишь. А вот это что такое? А здесь бензобак. Да, это... Смотрите, сейчас, короче, возьмете, покатаетесь, просто попробуете. Подножку убери. Тормоз нажимаешь, и на кнопочку нажимаешь. Надо поставить вертикально. Да, правильно. Да, он. Все, он нормально. Вертикально поставь байк, подножку убери. Так, теперь тормоз зажми. Все, завелся. Теперь тормоз опускай и потихоньку
Че, как тебе? Нет. Нет. ПКС. Нет. 6 и 7. Ну, это дискаунт. Байки хорошие, цена хорошая. Пробега почти нету, байк хороший, чё. Классно, я бы взял. Денчик, ты живой? Переживать эту жизнь. О, слушай, да, что-то он потерял. Вон он едет. Как тебе? Не, ну гоняет он нормально. Паша, переведи. 400 рублей того не стоит, чтобы брать это. Он поговеннее. Он, короче... У него пробег большой, у него проблемы. У него проблемы стопудово есть. Если он тебе просто больше нравится, ну визуально, попробуй прокатись, но 400 рублей того не стоит, чтобы менять этот на тот. То есть, ну тот как бы он на класс выше, чем этот. Попробуй прокатись, посмотри. Гоу. Сами для себя заклинать, что ничего нового там не появится. Вот здесь старая.